Идора Хегель вообще-то катается под руководством Виктора Николаевича Кудрявцева, недавно отметившего свой юбилей, с чем мы и поздравляем этого тренера. Не знаю, доставит ли Идора удовольствие своему наставнику на расстоянии. Будем надеяться. Катается под танго Роксаны из Мулен Руж. Идора Хегель, бессменная чемпионка Хорватии, участница уже двух Олимпиад, несметного количества чемпионатов мира. Ну, в общем-то, ничего так вот кардинально не меняется в ее катании. Кроме первого каскада, остальные прыжковые элементы на месте. И Ридбергер, и Аксель. Кстати, у Виктора Николаевича Кудрявцева она тренируется не так давно. Раньше долгое время она тренировалась у Александра Розина, которого не стало этим летом. И пришлось менять свою жизнь, в том числе переезжать в Москву. Какую-то часть
заключительного вращения она сделать не успела. Музыка закончилась, а делать вращение после окончания музыки бессмысленно, это не считается. Жесткие правила. Баллов. Да, даже на 6 баллов меньше, чем у синтифонов за набор элементов, хотя синти, как вы видели, не блистало. 19 баллов, еще на полбалла меньше, и итого 40 баллов. Даже для себя Идора выступила не лучшим образом. Канадка Лесли Хокер. Далее.